По старой традиции в городе Кумертау проходит фестиваль Кубы веселых и находчивых. И 2017 год не исключение. Сегодня, в первый день зимы, здесь собрались самые талантливые ребята. «Осенняя тусовка» — так назывался фестиваль КВН. Он состоялся во дворце угольщиков, а главными тусовщиками на сцене были команды «Кадры», Кумертауский горный колледж, «Пятки» — общеобразовательная школа номер 5, «Крутые винты» — авиационно-технический колледж и «Патология» — психоневрологический интернат. Что ощущают команды перед началом фестиваля, мы решили узнать у капитана команды «Кадры». Нет, волнение, конечно же, присутствует, но мы все-таки взяли кубок города весной, поэтому... Все-таки мы настроены на лучшее. Знаю, Кумертау, тихо-тихо положили стволы. Повелись! Ребята, бегите, я вас спасу! Он еще гранату вот сюда кинул. На сцене КВНщики участвовали в двух конкурсах «Приветствие» и «Домашнее задание». Жюри фестиваля и зрители оценивали миниатюры и шутки бурными аплодисментами. У каждой команды была своя группа поддержки, их энергия помогала ребятам в течение всего вечера. Кульминацией фестиваля стало объявление результатов, вручение дипломов и подарков от спонсоров. У нас тут вообще-то серьезная организация. Ну не серьезнее, чем подслушано Кумертау. В общем, 1 декабря, первый день зимы. Всех кумертауцев хочу поздравить. Сегодня была не зимняя погода, а хорошая, теплая, жаркая игра, в которой команды показали кто-то как-то себя по-разному, но... Многие команды уже на таком высоком уровне, что, мне кажется, они готовы покорять не только сцену Республики Башкортостан и ближайших регионов, но и готовы уже ехать на детский КВН в Москву и на взрослые КВН уже к самому Александру Васильевичу Маслякову. КВН был крутой, КВН понравился. Всем спасибо. Команда «Кадры» были отмечены в номинациях «Самая музыкальная команда» и «За остроту слова». Любимцами публики стала команда «Патология», которая также была отмечена в номинации «Неугасающий позитив». Дебютантами фестиваля команда «Крутые винты» получили номинацию «Надежды КВН». Лучшая командная игра и лучшая шутка были у команды «Пятки». Приз за лучшую мужскую роль вручили Тимуру Ахунову из команды «Кадры», а за лучшую женскую роль приз достался Елизавете Бочковой из команды «Пятки».